Fernandinho. Многовато полов стало. Действительно многовато. Прикольно, YouTube сам становится фиксом, когда начинает сыграть деньги. Принимает, как хуй пойми кто, ну ударь ты сходу, блядь. Давай, на Дебрюйна, ну почему, блядь, не Дебрюйна-то? Дом. Выбей, просто выбей. Опа, Марадон. Да, отлично, видел. А, Марадон, пас. Почти. Что, пенальти? Бля! Еще раз хуйня это будет. Бля, ебал, конечно, снап, хуй знает, как там будет тело. Роналду пенальти смазывает, пиздец. Считаю, что вообще можно Роналду сыграть, то есть до упора хуярить, и он должен забирать вообще 10.
Бывает. Хуёль красная? О, это мы удачно зашли. Хотя на самом деле обидно. Блять, хотя за что там красная это, блядь? Я даже не понял, что там с фамилией как. Ну, он пас сделал, а потом его сбили, блядь. За что красная это, пиздец? Да, я знаю, такая хуйня. Когда притянешься даже ворота, бывает, улетает эта хуйня. Поэтому я бью по немкам постоянно. Как правило, никто не ожидает. Только в конце матча, когда там какой-то трешак происходит, кто-то остается в центре атаки, все в основном прыгают. По немкам как слово попадешь, блядь. Особенно меня вбешивают моменты, когда ты целишься в верхний угол, жмешь тихонечко силу, а он в ебеня куда-то бабах. Или еще прикольно, ты целишься в верхний угол, жмешь хорошую силу, а он из-за специфического разбега бьет не сильно, а щечку, блядь. И мяч летит, как по пизде ударил просто. Бля, я хуй. Вот это вот эти моменты больше. Фифе, кстати, хоть и с приколом и все так, да, но там, знаете, если сильно нажал, он прям с подгона херачит. Если слабый, то он еще очень не поставил. Не знаю, как сейчас там все так. В принципе, это неплохо. Здесь, конечно, все от разбега зависит. Но, с другой стороны, хули надо. Вот тебе, это же симулятор, блядь. Вот тебе Бернардо Силу, он бьет вот так. Поэтому за него такую силу бьет. Вот тебе Рональдо, он бьет вот так. Поэтому за него другую силу бьет. В принципе, тоже логично. Так, ну-ка, бандит. Я хуёво скинул, на самом деле. В центр скинул. Блять, еще упустил, блять! Опа! Хорошо, что я не вышел до конца один. Скидка наверх. Хорошо. И обратно. И прострел. Просто прострел. Вот, 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 я здесь. Ну, блять, ну просто пас отдай. Ну, на троих идти, но это Рональдо, я понимаю, весело, блять. Они не десятером, но это пиздец. Сразу обратно. Это, блядь, пиздец. Вера. Хорошо. Подставился. Сейчас скидываю. Хотя бы так, блядь. Ну, не посмотрел, что я там делаю, не посмотрел, куда курс. Опа! Давай, иди сюда. Шаг, шаг, шаг. Упустил я Шавина! Это Шавина! Вот наверх он там. Найс. Сейчас. Вот это найс было. Тоже вот. Ну, вообще, это Марадон, он должен убегать. Дом дай. Дом просто дай дом. Ну, Вера, Вера. Тормозил специально, блядь. Рискованно, но неплохо. Оп, оп, оп. Бля, почему ж ты не дал между-то, блядь? Добери меня. Вера. Блядь, касание с левой. Ну, блядь, ну ты... Я... он топовый, блядь, но не настолько же. Там заметьте, ну вот заметьте, красавчик. Сложный пас с левой ноги в касание, еще с неудобного угла. Да, блять, ну конечно он не точно отдаст. Просто, да не надо на ход, просто отыграйся и откройся на кушку, блять. Зачем на ход? Я стою, он на ход дает. Вера. А, в принципе. А вот теперь на ход. Я вот не знаю, что делать. Ну ладно, я сам не знаю, что делать. Давай, давай, хуй! Ух! Вере, да, он разогнался, разогнался. Отлично.
Ну, только так. Бля, попал мне в пятку. Я не специально. Обратно, обратно. Обратно скинь. Да скинь ты, ёпта! Я фланг стараюсь. Найс. Смотри, гулит, гулит. Отлично, гулит. Бля, засадил. Сорян, сорян. Это я. Я думал, что мяч будет убили раньше. Ну, гулит, да. Сорян, я хотел наверх опять. Нажал, а у меня мяч. Мира! Вниз. Стараюсь. И обратно. Давай, давай, давай. Найс. Вверх. И в касание. Пиздец, веера, конечно, ты в этой катке ватный. О, наверх. Найс. Гранату я вообще закинул, да. Скинул. Видел? Блядь, я не правильно убил. Неудобно, правильно. Ну, чуваки, здесь все равно как, блядь. Все равно у нас что-то. Простаты должны быть. Веера какой-то, блядь, сука, деревянный в этой игре. Принимает его, отскакивает. Но если видишь, что отскакивает от него раз, два. Нахуй третий пытаться касание дать. Вдох, блядь. Третий удар вперед. Будет принимать корпус ставить. Я только играл два опорника, а позже в центре и еще два нападающих, так и нечего. Это, блядь, вы что, ебанулись там, что ли, блядь? Тоже пас подстава, по-моему. Что это, да? Ворот хотел прицелился. Канал только на рано. Блядь, ну нахуй я. Канал, блядь, все. О, давай, по плану. Да, блядь. Что, я нарушил? Это пиздец, товарищи, блядь, такого быть не должно быть, когда игрок с мячом, блядь, вот так вот нарушает правила, блядь, по тупому. Ну, блядь, ну ты Роналдо, давай! Опа! Найс. Отдай! Ну, это я хуйню сделал, сорян, вообще полный угол. Опа, мяч у меня. Так, Роналдо! Пас, пас! Найс! Там мне повезло, что отскочил обратно, потому что я за Марадоной уже не знал, что делать. Пас еще вот тут. Почему привозит? Хрош! О, как отдал Дебрюйну так, да? Ну, кстати, сейчас прет игра вообще. Блядь, вверх отдай, блядь, тупой Ван Дейк, блядь. Я вверх кнопку жал. Ты зажал так сильно, чтобы он в аут нахуй выбил. Это ручной, походу, надо делать. Давай, сюда встану. Голову на подранке. Роналдо, давай. Сука. Я убегаю.
Да убегай по флангу, блядь! Радон. Ух, 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 тут было сыпно. Да, блядь, что за паста, сука? Блядь, Альба, ёпта, блядь. Оп, касание. Да что такое, блядь, сорян. О, найс, вообще. Ну, с левой, ладно, там. Я считаю, что будет такой оборот. Так, меняем к нему немножко. Ничего, чего, ну. Пах. Я вот не вижу, когда вы не скрыли, я буду катать склон на флаг. Да. Бей! Повезло, что пас прошел. И да, 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 отлично! Блядь! Сейчас могло быть просто заебумба. Я по флангу не пущу его, пошел нахуй. Блять, дебрюйный деревянный, сука. Сразу подойти. Найс. Можно вратарю. Я готов к этому поставить. Найс. Марадона. Я уже готовился праздновать, блядь. Я уже нажал кнопки смайли. Занять квадрата. Пах. Еще раз. Блять, стоишь как вкопанный, спишь, сука. Занети. Кто похвалил тебя в первом тайме? Выбей головой. Нет, нет, нет. Ебалом принес. Все, бежим, 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 бежим. Переключай, бежим. Да что за пас? Я даже точность нажал, блять. Да, да, найс, Марадона! Блядь! Марадона тоже стоял, спал. Сказал бы, просто волшебник. Только так, сорян. Давай, давай, обратно! Не, не, не надо, не надо. Я думаю, видна без силы пораньше, чтобы убить. Марадон уставший, но можно, можно. О-о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 -
Бери Роналду и бей. Какая теперь? Знаю сюда. Кстати, можно было бы это дать пас на Руминиге, там чувак ушел защиту совсем. Это всегда поверил, блядь. Вообще один мульт всего лишь. Дебрюни, Дебрюни. Найс. Еще можно. Роскошный пас. Я не имею права. Не имею права не забить. Бля, откуда там веера, он опорник, мяч у нас, мы отобрали его. Как он, какого хуя он вообще туда побежал, блядь? Какого хуя он там оказался, блядь? Пиздец, блядь, полный, вообще бред, блядь. Могу бы делать, блядь. Вот как я за дебрил не остался, я специально там остался. Оп, наверх. Ну сыграй! Помешал я, блядь, помешал. Хорош, Карл Хайнц. Не было нарушения. Блядь, Роналду уже поздно. На, Карл. Да Карл Хайнц, не трогай! Не трогай! Блядь, я наверх давал на этого пидораса. Блядь, ну кто это, сука? Я на Карла Хайнца давал, блядь. Пиздец.
пиздец, блядь, даже я просто вверх нажал, я даже все стрелки отпустил, я даже бег отпустил. Кидай, кидай, кидай. А, я? Давай, открывайся. Бах! Отвечаю на ремень, давал, он дал нахуй. Роналду офсайд, блять, классика жанра, ебучая, блять. Это и у больших мастеров оборонительной игры сегодня не получалось. Это... Месси!